Кроссоверы Ford EcoSport начали выпускать в Румынии. Ford начал производство обновленного вседорожника Ford EcoSport. Выпуск европейской версии кроссовера наладили на предприятии компании в румынском городе Краева. Решение о производстве нового Ford EcoSport в Краеве стало ответом на возрастающую популярность кроссоверов среди европейцев. Учитывая рост спроса на EcoSport и компактные вседорожники в целом, сейчас самое подходящее время для локализации производства в Европе для удовлетворения потребностей наших клиентов, сказал Стивен Армстронг, вице-президент группы компаний Ford и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов. В прошлом году продажи кроссоверов Ford в Европе выросли более чем на 30%, а за первые 8 месяцев текущего года прирост уже составил 27%. Именно это и стало причиной расширения производства в румынском Краеве и создания еще 1700 рабочих мест. Теперь, открывшийся в марте 2008 года завод Ford обеспечит рабочими местами 3900 человек. Это единственное предприятие в Европе, выпускающее EcoSport для 56 рынков на 4 континентах, в том числе Великобритании, Новой Каледонии, Туркменистана и стран Южной Африки. В подготовку предприятия к выпуску EcoSport производитель инвестировал около 200 миллионов евро. Общая сумма инвестиций за все время существования завода в Краеве составила более миллиарда евро. Европейская версия кроссовера EcoSport основательно изменилась, как снаружи, так и внутри. Изменения произошли в моторной линейке. Кроме 1.0-литровой бензиновой турботройки EcoBoost, 124 лошадиных сил, 140 лошадиных сил, 100 лошадиных сил и тяжелотопливного мотора 1.5 ТБС с отдачей 100 лошадиных сил появился новый турбодизель Ford EcoBlue объемом 1.5 литров. Автомобиль доступен с передним и полным приводом. Трансмиссии. Шестиступенчатый МКПП ЯКТП с подрулевыми лепестками. После рестайлинга EcoSport доступны в двухцветном исполнении. В палитру добавлено 12 цветов основной части кузова и несколько контрастных цветов для крыши и стоек. Помимо кроссовера на предприятии продолжат выпуск 1.0-литрового двигателя EcoBoost от Ford. По материалам сайта newsgro.com.